Здравствуйте, мои дорогие! С вами Наталья. Перед вами каталог на июнь месяц турецкой компании Pharmacy. И у нас с вами распаковочка. Но перед этим я вам хочу сказать огромное спасибо, кто на меня подписан. У меня уже вас в подписчиках 100 человек. Я этого очень долго ждала. Очень вам за это сильно благодарна, что вы... Вам подошел мой канал, подходят вам мои обзоры, как я веду, как я рассказываю. Я вам вообще очень сильно благодарна за это, поэтому я очень этому рада. Это мне очень сильно приятно, это меня поддерживает, это меня, получается, ну, меня уверенность появляется, что все-таки, что я стараюсь делать, оно на правильном пути. Поэтому я вас очень за это благодарю, спасибо огромное, большое-большое спасибо. И кому интересно обзор распаковочка прекрасной компании турецкой Pharmacy, оставайтесь со мной и поехали. Так. У меня сегодня две коробки. Это скушенные кульки, которые мы вот, чтобы ничего не раздавилось, компания. Такие вот две средние коробочки. Я этому очень рада. Я вам за это очень сильно благодарна, кто у меня заказывает. И поехали. Так, убираем шуршащие. Так, упаковочный лист. Какое количество у меня здесь составляющие в коробках по количеству. Так. И у нас первое дело, это у нас идет мистер Випс Биодом. Так, дорогая, а ну фокусируйся. Где-то оно находит что-то такое интересное, что не хочет фокусироваться. Это получается, порисовал где-то ребенок у вас обои или на кафеле. Вы эту губку смачиваете, немножко отжимаете и протираете. И она это все убирает. Обувь можно протереть прекрасно, уберет загрязнение такое серьезное, такие, знаете, вот посуду можно также протирать. Это все помощник сильнейший в уборке дома. Видите? Так. Она стоит, кстати, 49 гривен. Такая вот красотка. Мы ее поближе поставим. Здесь она маленькая. Потом у меня идут, заказали щипчики для подкручивания ресниц. 89 гривен. Они работают прекрасно, они не выдергивают реснички, реснички к, ним, к этим щипчикам не прилипают. И цена, в принципе, чисто символическая, 89 гривен. У меня такие есть, я такими пользуюсь, и вся моя семья, все мои девочки тоже такими же пользуются. Очень хорошо работает, подкручивает, не вырывая. Отлично, 89 гривен. Так, потом, получается, я заказала снова маски для лица. Я уже показывала, рассказывала. Здесь у нас выходит 5 штучек, 35 гривен. Они прекрасно работают, то есть они, сейчас я быстро раскрою. Вот, они нравятся, что я в них дышу. Вот, оно получается, вот сеточка такая, она прям вот, видите, и тут тоже сгибается для носика. Я, конечно же, ношу логотипом компании, потому что я рекламирую, показываю, что я пользуюсь. И здесь мне нравится, вот смотрите, очень вот раз, растянули. И здесь очень мягкие, видите, вот такая вот. И такая упаковочка 35 гривен, здесь 5 штучек. Прекрасное, все как положено по, как это называется, по медицине, по всем, оно все великолепно. То есть все трехшаровая с мягкими ушками, защитная маска. До 99% защита от бактерий, эластичные ушки, которые не вызывают там, чтобы дискомфорт был, там, чтобы там, знаете, натирало, не дай бог. Удобно на носике фиксатор получается. И действительно мягкая очень. Кому такие надо, обращайтесь. Могу переслать по Украине. Так, вот. Масочки. Так, тушь Дзен. Уже обновили. У меня была в другой упаковочке. Но классно, мне очень нравится. Тушь Дзен. И получается, здесь 8 мл. Прекрасно окрашивает... Окрашивает, разделяя реснички, получается. Делает открытый взгляд. Сейчас покажу вам кисточку. Цена, кстати, 109 гривен. Это хорошо. Вот, у меня в таком формате приходило. Вот, видите? И вот. Вот какая она. Мне нравится. Мне очень нравится. Я в восторге от нее. Прекрасно окрашивает. Не слипаются, ничего. Поэтому рекомендую. Самая продаваемая тушь.
Потом было, вот сейчас 119 гривен шампунь Vitalizing Dr. Tuna с экстрактом черного тмина. Укрепляет волосы, улучшает кровоток кожи головы и предотвращает появление сибореи, перхоти и даже, кстати, предотвращает появление преждевременной седины волос. То есть настолько прекрасно работает с кожей головы, что вот такие свойства этого шампуня. 500 мл в июне, 119 гривен. Я еще принимаю заказы, я еще заказ буду снова сдавать. Поэтому обращайтесь, если что-то надо такое. Так? К нему взяли 109 гривен, если я не ошибаюсь, маска для волос. Она обычно 129, а сейчас вроде бы она 109, если я не ошибаюсь, чтобы я вас не обманула. Да, 109 гривен. Вот, линейку прям сделали, что можно взять в комплексе. Видите, вот, тоже здесь 200 мл, нанесли на волосы, волосы потом легко расчесываются, волосы с сиянием, с блеском, и главное, что они легко расчесываются, значит, они не будут дергаться, они не будут вытягиваться. Так, дальше у меня в заказе 79 гривен, 112 мл, зубная паста Eurofresh Advanced Cat, укрепляет десна, чтобы не кровоточили, без абразивных частиц, очень бережно и аккуратно их отбеливает. Щадящим образом. Поэтому вот 112 грамм. Это большая зубная паста. Все запломбировано, там все как положено. И у меня еще я сделала акцию. Вот. Я взяла маленькие зубные пасты. Потому что часто густо хотят люди взять на пробу. И я взяла 50 мл зубные пасты. Вот. 49 гривен. Вот такая вот красота. Также здесь получается... с алоэ вера, а в компании алоэ вера действительно чистый, хороший продукт, ну, составляющие, которые действительно 100% натуральные, и я вот набрала много, потому что я хочу, чтобы человек мог попробовать, и даже, если что, в презент поставить, потому что я за каждый заказ стараюсь, за первый заказ, я стараюсь сделать подарок всегда, чтобы... у людей был интерес заказывать. Так вот, такая вот красотка, 6 штучек. У меня получилось заказать пробники за каждые 25 баллов. Я заказала 2 пакета по 25 гривен. Так они вот приходят. И я взяла парфюмы. Так, вот, смотрите, какая красота. Даже не знаю, сколько здесь... О, Тантари отпала листочек, я приклею. Великолепные вот такие пробники. Если что, я могу выслать вам с каталогом. Я специально покупаю для того, чтобы вы видели, вы могли прочувствовать звучание аромата. Такие 2 пакета с пробниками. Так у нас, красотка. Потом дальше. Мне положила спасибо компания CC. Вот пробники. CC крем в разных оттенках. До 4-го. Так, спасибо компании. Они в прошлый раз тоже положили мне. Стоять. Потом я взяла уже для себя снова запасник. У меня заканчивается. Это наша украинская компания Smart Love. Я очень горжусь этим, потому что... кстати, маски тоже делает. Я не заметила. Наша Украина. Это у них договор с турецкой компанией Pharmacy. И вот они делают, получается, для нас еще даже эти маски. Боже, благодарю, что наша Украина все-таки... на таком уровне, что с турецкой компанией в договор даже и маски теперь они делают. Смотрите, здесь нажимаешь, распылитель распыляет прекрасно и мелкоперстно. И самое главное, что оно не блокирует обоняние. Оно немножко нежный аромат, но оно убирает аромат животных, которые находятся в доме. Бывает все равно, что у людей и собачки, и кошки, и шиншилки, и хомячки. Вот прекрасно. 109 гривен вроде бы, если я не ошибаюсь. Такой большой флакон. Его хватает надолго. Вот. Pharmacy. Это наша Украина сделала для компании. Я горжусь нашей Украиной. Молодцы, ребята, молодцы, что такой высокий уровень. Так. Ой, ой, ой.
Я взяла, была акция с аминокислотным комплексом пена для бритья. Мужская 200 мл 119 гривен, она обычно 149 гривен. Я взяла, чтобы у меня был в запасниках, потому что брали и очень хвалят. И я стараюсь, чтобы у меня на продажу всегда было, чтобы вы даже не ждали. Ага, вы захотели, увидели у меня, есть, все, я вам переслала. Так, дальше у меня, естественно, идет. Снова я себе взяла флакон Биодом Мистер Випс, литровый флакон для цветного белья. Веган, сертификат качества. И здесь литр хватает на 30 стирок. 30 стирок, концентрированный гель для стирки. Даже можно детские стирать, детские вещи. Цветное остается цветное, не кашлатится, не портится, ничего. То есть влияет прекрасно средство для стирки. 33 мл на закладку стирки. Все-таки я не могу без него, я его взяла. Потому что у меня запасники должны быть по-любому. Так, теперь у меня идет... Заказали у меня от накипи и ржавчины, и этим же средством, это концентрированное тоже, концентрат, концентрированное биодом, средство для такой уборки, и самое главное, что оно получается, можно не мыть и ванны, и унитазы, раковины, и также удалять накипь, ржавчину, и поэтому это великолепно, такая вот красотка. И главное, что это био, это не химическое, не химозное. Так, теперь у меня заказали вот такой прекрасный, получается, аромат лимона. Здесь 80% спирта. Я беру его, этот антисептик, я беру, вот, я тоже пользуюсь. Вот у меня так. Тоже, кстати, такой аромат, как у меня заказали. И я наливаю его вот в другой компании флакончик и ношу с собой. Аромат прекрасный, и я знаю, что он противомикробный, антибактериальный, и защита у меня для моих рук постоянно. И не тяжело, легко носить, потому что здесь у нас получается просто, чтобы, не дай бог, не раскрылось, оно хорошо держится, но не так удобно, как, вот, допустим, перелить в любой пузыречек и носить с собой. Вот, пожалуйста, красота. Такая вот красотка, которая защитит ваши ручки от микроб, от бактерий, от неприятностей. И поэтому вот так вот. Потом у меня идет этот раз, у меня мультяшка Биодом, Мистер Випс, веган, с нашими сертификатами качества. Здесь 500 мл, мультифункциональное средство для чистки поверхностей дома. Вот. И вы получаете, разбавляете 25 мл на 5 литров воды. И после поверхности протирать... промыть небольшим количеством воды, получится поверхность, да, и средство, вот мне нравится, что на стульчики для ковров, для разных такого вот мрамор, даже плитку можно, ванная комната, умывальники, туалет, кухонные вытяжки, алюминиевые, пластиковые и металлические поверхности, то есть не можно мыть все. Все абсолютно. Но я, у меня есть там фотографии в Инстаграм, фотографии есть в Фейсбуке, где показано у меня до, что было у меня с диваном, и после. Это красота. Но я разбавила не на 5 литров, я разбавила, как первый раз, на меньше немножко, на 3 литра. То вот намочила щеточку, провела и пошла дальше, оно высыхает, его не надо вытирать, его не надо смывать. Полоскать его не надо. 99 гривен. Кому нужно, обращайтесь, перешлю почтой. Так, у меня их много. Потому что 99 гривен. И здесь, если разбавлять по инструкции, то этого флакона на 100 литров. Представляете себе? Вы можете вымыть улицу целую. Такая вот красота. Так, вот. Есть наличие. Кому надо, обращайтесь. Мы это все, я перешлю, и все будет замечательно. У вас всегда будет чистота, красота. Видите, вот. Здесь идет два аромата. Свежесть и цветы. Аромат цветов и аромат свежести. Вот. Сколько у меня их, да, заказали. Так. Одну коробочку мы уже разобрали. Теперь у меня большой еще флакон идет здесь, получается. У меня, я взяла проэкспериментировать для уборки паркета, ламината и вообще деревянных полов. Полов из дерева. Тоже так же самое концентрированное, веган продукт, литровый флакон.
Поэтому буду пробовать. Видите, как тут четко написано. Средство для очищения поверхностей универсальной торговой марки Мистер Випс. 3 года срок, кстати, срок годности. 50 мл средства развести в 5 литрах воды. Не требует смывания. Это замечательно. Вы экономите на воде, вы экономите на времени, вы экономите на своих силах. Вот так вот. И, пожалуйста, и убираете. Такая вот красотка. Так, так. Теперь у меня заказали с алоэ, гель алоэ. Здесь 93% настоящего сока алоэ. Этот гель, получается, можно использовать, когда какой-то ожог, не дай бог, когда грубая кожа. Здесь также все за... Видите, фольга у нас, закрыта все полностью. И здесь высокий процент вместительности сока алоэ, 93% настоящего природного сока алоэ. Представляете себе, 110 мл, стоит в каталоге 209 гривен, но он очень экономичный, потому что гелевая текстура, его надо мало совершенно. И получается, этот гель, он сертифицированный международным научным советом по алоэ. Представляете? Поэтому очень рекомендую, сейчас лето, жарко, вдруг где-то какая-то проблема, пожалуйста, у вас натуральный, успокаивающий есть гель для тела. Дальше у меня большой флакон, ну они только в таком флаконе идут, я уже рассказывала много раз. Это у меня идет концентрированный биодом Мистер Випс для очистки средства унитаза. Его очень удобно держать, кстати. Он не соскользнет никуда. Раскрыли. Но я почему-то все взбалтываю. И по ободку раз в 3 дня по ободку унитаза провела. Ёршиком прочистила. И потом через 1-2 минуты надо его смыть. Такая вот красотка. Вот, пожалуйста. Все есть в наличии. Так. Дальше у меня идет с линейки Доктор Туна крем для лица. Этот крем, получается, идет для жирной кожи. Убирает проблемы, воспаление. 50 мл тоже он заслюдированный, зафольгированный даже, кстати. Какие-то воспалительные процессы, он все это снимает для жирной кожи лица. 109 гривен. И он экономичный, его надо мало. Еще у меня в заказе шампунь, получается. Очищает волосы от грязи, от... Выравнивает, получается, когда вот pH-баланс нарушен, когда волосы очень жирные, жирнеют очень быстро. И вот получается, что оно очищает. Всегда была проблема для нормальной шампуни для жирных волос. Вот Доктор Туна, 225 мл. И самое интересное, что он тоже экономичный. Я привыкла, я работаю в другой компании, я привыкла, что я беру всего много. И получается, что на том количестве, что я затрачиваю, невыгодно. Здесь берете минимум, капельку буквально. И наносите на кожу головы, ну, на волосы наносите и вымываете прекрасно волосы. Работает великолепно. Убирает загрязнения, и волосы шелковые, чистые, и с натуральных продуктов. Составляющих, извините. Так, у меня в заказе 2 лака. У меня был один, забрали. И я взяла себе повторку, чтобы у меня была дома. Потому что я стараюсь, чтобы дома были. Здесь также наши Smart Love, это наша Украина. Лак для волос. Получается надсильная и ультрасильная фиксация. Здесь у нас получается 300 мл. Такие вот. И, кстати, я очень благодарна, что люди попробовали, люди взяли и люди повторяют снова. Поэтому красота. Украина рулит. Так. У меня еще здесь мультяж. А, нет, извините, неправда. Это у меня закончился, оказывается, пятновыводитель. 500 мл, тоже веган. Мистер Випс Биодом. Я почему такие акценты делаю на том, что веган, биодом, сертификаты качества, потому что это без сульфатов, без парабенов, без всякого ненужного, которое мы моем, да, что-либо.
Что бы мы ни мыли, что бы мы дома не чистили, или ухаживаем за собой, за кожей лица, тела, мы все это, у нас глаза открыты, да, мы все это, получается, на слизистую воздействие идет, даже мы не замечаем, дыхательные пути, мы вдыхаем эти ароматы, что, чем бы мы ни чистили, что бы мы ни мыли, то все идет на воздействие на наш организм. Но если оно веган, оно не вредит ни вам, ни вашей семье, ни вашему дому, ни окружающей среде, ни природе, даже вода в речке цвести не будет, потому что это веган, это чистый продукт, биодом, натуральный, мистер Випс. И смотрите, ой, это отклеилось, прилипло, видите, сильно этот, тоже все за фольга, все закрыто, все зашито, как говорится. Это, видите, это для меня так, что ничего страшного. Бывает такое, просто это просто этот, вот, бумажечка, картоночка. И 500 миллилитров такой вот у нас идет пятновый водитель, работает очень эффективно, это правда. Можно нанести капелька средства, ну, немножко, сколько там пятнышка, на само пятнышко, и потом даже можно, рекомендуется добавить в стиральную машину, средства немножко также налить в стиральную машину. Такая вот, но работает обалденно. Поэтому, я же говорю, я кинулась, у меня там было пятнышко на белоснежной футболке. Ах, а меня нету. Но правда, спасибо, порошок, концентрированный гель справился. Я очень ему благодарна. Но все-таки лучше иметь в запасниках, чтобы было в использовании именно пятновый водитель. Взяла я еще, потому что у меня набор лежит. Baby шампунь для детей. Здесь 360 миллилитров. Доктор Туна. И он идет без парабенов, без красителей, без сульфатов, без всякой такой того, что не надо, того, что нельзя. Для ребенка у них очень нежная кожа, восприимчивая к разным химозностям, поэтому это идет без слез. Такая вот красотка. 139 гривен. Видите, так и написано, нежно очищает волосы и тело ребенка мягкой формулой. Все разработано для здоровья наших детей. Поэтому, если что, обращайтесь, перешлю. И меня клиентка заказала первый раз. А я за первый раз, кто у меня что-то заказывает, я дарю всегда подарочек. И меня клиентка заказала первый раз, вот, мистер Випс. Сейчас 109 гривен. Вроде бы 109, извините, если я ошибаюсь, в каталоге, или 119, наверное, 119, а обычно цена 129, вот приходит сюда еще распылитель такой отдельно, здесь все вот тоже зафольгировано, все закрыто. Это средство, можно ним чистить любую поверхность на кухне, также вытяжки, мангалы, фритюрницы. Все мы ним распыляем на 20 сантиметрах расстоянии от загрязнения. Ждем 2-3 минуты. Вдруг не помогает. Загрязнения у нас бывают разные по сложности. Мы еще ждем 2-3 минутки. То есть в итоге минут 7, наверное. И также это биодом получается. Также это чистое, ну, как говорится, полезное, так скажем, безвредное, вернее, средство для очистки поверхностей на кухне. И заказала женщина алоэ вера, алоэ гель, заказала зубную пасту. Здесь 112 миллилитров, 79 гривен. Такой вот заказик. И я ей положу в подарок, как я обещаю, за первый заказ, я ложу крем с кокосом. Здесь сливочно-нежный, такой сливочно-ванильный аромат. Очень нежный, такой конфетный, знаете, прям тоже без парабенов, с тестом, знаком качества. В подарок я положу до зубной пасты и до концентрированной, положу такой вот гостинчик. И, естественно, наш пакетик Pharmacy. И пара конфеток. То есть клиентке пойдет такой прекрасный заказ с конфетками и с подарочком. Так, за мои баллы я получила, я заказала себе два, за каждые 30 баллов можно было взять за 15 гривен крем-мыло. Я взяла также с кокосом и ванилькой. Я взяла тоже без парабенов, с нашими сертификатами. 325 миллилитров. Обычно цена в каталоге 79 гривен. Я взяла такие два мыла. Меня по баллам позволило мне. И вы знаете, что кто порекомендует меня своим знакомым, и знакомые у меня закажут в Pharmacy, я подарю вам за эту рекомендацию, подарю вам это мыло.
И знаете, что под моими постами, кто ставит комментарии, я делаю в последний день месяца розыгрыш. Кто у меня заказывает продукцию в фармасе, я 1 числа наступающего месяца я делаю розыгрыш среди, кто у меня заказал. И еще вот третий у меня подарок. Если вы меня порекомендовали, человек заказал, сказал, что он от вас, и я вам дарю это мыло. Шикарное, великолепное, увлажняет руки, не пересушивая, и аромат без химозности. Он настоящий такой конфетно-сливочный, очень вкусный. Поэтому вот так вот. И еще напоследок у меня остался, я взяла себе вот такую малышку. Здесь у нас получается идет сыворотка СОС. С маслом чайного дерева. Это мне тяжело раскрывать почему-то. Странно, все обычно легко раскрывается. Так, такая вот малышка. И эта малышка получается помощник. СОС, да, так и написано, СОС. То есть это получается, она локально устраняет проявление появление дефектов на коже, таких как акне, прыщики, и кожа выглядит более гладкой. Но самое главное, вдруг укусил комарик, какой-то зуд, вы тоже вот этим можете убирать. Сейчас мы откроем, я хочу аромат. Аромат освежающий, ну, свежесть. Если чайное дерево, то... И, кстати, оно здесь идет что? Здесь там какая-то штучка. Ага, оно получается вот, жидковатое, не густое. Красотка такая. Пахнет так, знаете, прям насыщенно. Если так вдыхать прям его, ну, я же не буду вдыхать его, он впал. Оно это... немножко как бы маслянистое такое. Ну, если оно мне уберет, когда вот сейчас комарики, комахи разные, комашки разные кусаются, и оно, даст Бог, уберет, я ради этого только и взяла его. Пахнет, конечно, специфически такой травянистый какой-то такой аромат получается. Масло чайного дерева. Так что вот так вот. Такой был у меня обзор по каталогу июнь. У меня еще будет заказ, еще один. Я принимаю заказы в любой день, в любой момент. Я вам за это буду очень благодарна, если вы у меня закажете. Вот, смотрите, сколько. То мой там на дальнем плане мой любимый кофе. У меня их два, с пшеницей рожью закончился. Но вот остался цикорий. Надо снова будет мне заказывать кофе. 89 гривен, 16 стиков. И вот, смотрите, сколько всего хорошего я купила. И вы меня заказали, самое-самое главное. Поэтому смотрите, обращайтесь. Много товара есть в наличии. Смотрите, сколько. Я вас очень сильно за это благодарю. Вопросы пишите на Viber. Мой номер 096-208-3261. Я буду вам за это очень благодарна. И если что, перешлю вам все, что вам нужно. Расскажу, покажу. И если надо кому-то, я уже говорила, такие вот брошюры. Доктор Туна здесь более подробно рассказывается о продукции. Вот, проблема. Проблема, решение, видите? Вот. И рассказывается полностью. Я такую вышлю брошюру, я вышлю вам каталог настоящего, ну, месяца, который... И какие вас интересуют пробники, я вам также это все вышлю. Я стараюсь, покупаю. Благодаря вам я собираю баллы, за которые я могу обменять, за 25 гривен взять себе пакет пробников. И то это не всегда бывает, поэтому вот так. Я вас очень благодарю вас, и у меня столько радости, что нас уже в подписке 100 человек. Спасибо вам большое за ваше время, за ваше внимание к моему каналу, за вашу подписку. Благодарю вас, будьте здоровы, обращайтесь.